Дорогие саровчане, мы провожаем високосный 2020 год. Для нас всех он стал вызовом. Мы столкнулись с новой реальностью, самоизоляция, удаленная работа и учеба. Новые цифровые технологии стали частью нашей повседневной жизни. Мы научились быть добрее и ценить то, что у нас есть. В первую очередь, свое здоровье и своих близких. Ценить труд врачей и всех медицинских работников. Встречая 2021 год, мы загадываем желание под бой курантов. Я желаю вам и вашим близким здоровья в новом году. Желаю быть лучше, учиться новому и не бояться идти вперед. Желаю любви и доброты, чтобы поводов для улыбок было больше. Будьте счастливы в новом году. С Новым годом!